Итак, здравствуйте, уважаемые ученики, рад вас приветствовать. Сегодня мы с вами начнем работать с массивами в C++. Сразу же перейдем на вектора, я объясню некоторую разницу и порешаем, соответственно, некоторые простые задачки на использование массивов. Поехали. Итак, ну, массивы, да, это глобальная Тема сегодняшняя, да, массивы, вот. Ну и плюс к этому делу, да, контейнер-вектор. Ну, там, вот чего-то там. Итак, что суть такое массив? Надо понимать, что в языке Python вы до конца не знаете о том, как устроены типы. То есть вы пользуетесь целым числом или списком лист и не знаете, как он устроен. Как устроены массивы в C++ мы знаем очень хорошо. Вот как раз массивы а, ар архитектурно очень понятны. Как устроена вообще оперативная память компьютера? Да, как она устроена? Random Access Memory. Ай, камера. Yes. Это автофокус, конечно, иногда удивляет. Своим, своим <laughs> искусственным интеллектом. Как устроена память произвольного доступа в компьютере вообще? Следующим образом: она вся разбита на ячейки, минимальные ячейки, адресуемые. И это не, не биты. Один бит слишком мал с точки зрения информации, которая в нем хранится: да, либо нолик, либо единичка, как ячейка. Он слишком мал, чтобы адресоваться, говорить, вот мне нужен этот бит, вот его адрес. Ну, адрес это, соответственно, какое-то э, число, да, то есть вот мы их пронумеруем, нулевой, первый, второй, третий, четвертый, тра та 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 да, ну, сколько мне нужно бит, да, ну, наверное, мне нужно много бит, да, ну, тысяча это вообще ни о чем с точки зрения хранения информации, да. Если мы кодируем один символ семью, э, восемью битами, да, ну, ну, 7 бит это довольно естественно, потому что 102 в 7 комбинации, да, 2 в 7 это 128. Ну, нам же надо хотя бы большие маленькие буквы, цифр 10 штук, значков там плюс-минус и так далее. Но оно набегает уже больше, чем 64, поэтому минимум 7 бит необходимо на кодирование даже какого-нибудь простого английского алфавита. Вот. Ну и, соответственно, ну, тысячи символов ни о чем вообще, да? Это одна страница в книге такая неплотно забитая текстом. Вот, соответственно, ну, нам надо, соответственно, 1010 минимум бит, да? А лучше сильно больше. Вот. То есть килобит, да, этот, одна тысяча, а нам надо так, ну, хотя бы, ну, короче, большой объем. Так вот, получается, что если мы прикидываем, да, а как мы будем адресовать эти ячейки? Ну, нам нужно на хранение адреса, нам нужно собственно хранить адрес ячейки в самой памяти. Поэтому ячейки разбиваются на байты. Размер байта выбран э, историей вычислительной техники. Он не был, вот когда собрались и решили, пусть байт будет 8 бит. Мне кажется, что такого не было. А были компьютеры с разным объемом байта. Байт это минимальный адресуемый размер. Но уже э, история зафиксировала, да, нормы, прижились эти нормы, теперь байт навсегда 8 бит даже если минимальная адресуемая ячейка будет состоять из большего количества, из 16, там, 32 бит, если вот индивидуальный адрес будет уже больших ячеек. Короче, байт – минимальная адресуемая ячейка. Меньше, чем байт, в памяти выделить нельзя. Понятно? На него просто не получится сослаться. А как бы они, биты живут в квартирах. Так вот, в результате что? У меня получается, что вот вся память разделена на вот такие ячейки, да, и она представляет из себя естественный массив. Теперь давайте, что такое суть массив, да? То есть еще раз, да, мы понимаем, что меньше, чем байт в памяти выделить нельзя, да? Память вся адресуется от нуля до, нет, не до 999, обычно она кратно степени двойки, то есть количество бит, байт, прошу прощения, да, кратно степени двойки. То есть, например, там 2 в степени 16. Почему в 2 в степени 16? Хорошее число. Да потому что э, на хранение таких чисел как раз будет достаточно 2 байт. То есть мы берем и в ячейка, которая содержит 2 байта Да вот 2 байта в качестве э, этого... Я, может, не, не совсем удачно, надо было вот так вот выделить. Сейчас, секундочку. Вот так вот, да? Вот так вот. Четвертый и пятый. Правильно, да? Вот. Соответственно, ячейка, которая содержит в себе 2 байта, в ней 16 бит. И она сможет в себе содержать в этих двух байтах, содержать адрес какой-то другой ячейки. Понятно? И мы сможем тем самым хранить в памяти адреса вот таким вот. То есть И, соответственно, что? Ну, давайте сделаем оперативной памяти, например, 2 в 16. Да? Или... Ну, можно кратно там, да, но и вот эти планки памяти, да, их обычно делают именно кратно 2 в какой-то степени. Вот. И 2 в 16 это у нас получается сколько? 65 536. Соответственно, классический вариант, а, классическая память да, для Intel совместимых компьютеров была от 0 до 45 535. Сейчас я выключу его. Да. Сейчас одну секундочку, спасибо. Простите, пожалуйста, сейчас. Угу. Ну, выключить звук у меня сейчас не получится. Я не буду этого делать, наверное. А, о, я могу это сделать. Ок. Короче, а, я, может, слишком сильно углубился в разговоры про оперативную память, но тем не менее, а, что из себя представляет массив? Массив. Это такая а, естественная структура данных. Да? В принципе, переменная это тоже структура данных, потому что она подразумевает некий тип. Да? Так вот, соответственно, это такая структура данных. Да, в которой однотипные элементы да, с однотипными элементами. Если вы знакомы со списками в Python, то в этот момент вы должны сказать, так, стоп, списки это не массивы. Потому что списки в Python, например, да, они могут разнотипные элементы содержать, да, а здесь с однотипными элементами, да, что? И очень важный момент, да, оперативно доступными по индексу, да, оперативно. А, там еще можно сказать, подождите секундочку. А, в массиве это важный момент, да, находящимися в памяти, да, подряд, находящиеся в азу, да, подряд. Хотя есть некоторые тонкости и исключения. То есть я все-таки могу вот здесь вот поставить некоторую звездочку. Потому что э, при массивах двумерных некоторых размеров существует выравнивание в памяти. И там есть фишки. То есть могут быть как бы пустые элементы, специально допихнутые туда ради выравнивания. Поэтому тут я оставлю эту звездочку. Да? Вот. А самое то главное, что, что они должны быть оперативно доступные по индексу по индексу я опять же сошлюсь на э, Python, хотя тут не столько Python сколько неравномерное кодирование вы наверное знаете что существует такая кодировка UTF-8 для кодирования символов знакомы? в ошибках выдают часто UTF8 это способ кодирования буковок. Международная э, универсальная кодировка. Вот. Соответственно, в ней прикольно то, что символы всех языков мира могут соседствовать друг с другом. Но вот именно эта ее версия не 16, не 32, а именно 8, она является неравномерной. То есть разному символу будет разная. Количество байт необходимо для кодирования И вот строки в питоне, например, они именно такие То есть там может быть количество байт да, на один символ Может быть разное На символ там, Z, например, он из латинского алфавита Входит в американскую стандартную кодировку На него одного байта достаточно в UTF-8 да? Для русского символа какого-нибудь Я да, Для него потребуется два байта да? Я тут специально поставил какой-нибудь там знак, значочек «плюс» Да, пожалуйста. А если это будет какой-нибудь корейский э, символ, там какой-нибудь хангиль, э, неважно, э, или э, китайский иероглиф, то там может быть и 4, и 6 байт. Разное количество байт может быть необходимо на один символ. В результате, если я спрашиваю в Питоне, дай ко мне Питон и ты символ строки, то... Представьте себе, что строка длинная, да? Я знаю, где находится и ты символ строки. Вот у меня есть реальная оперативная память, да? Она готова мне выдать байты с нужного по нужной, да? Но я вот спрашиваю, мне нужен и ты символ 2041. Я могу вот так вот раз и угадать, где он в памяти находится? Нет. За счет вот этой вот неравномерности, да, это как в жидкости есть такая вещь, как ближний порядок. Я могу э, предсказать предположение рядом стоящего символа, да, но я не, не прочитав соседний символ, я не знаю, где начнется следующий, да? Вот если бы... Элементы были условно разнотипными, разноразмерными, я бы пихал их вот так подряд в оперативной памяти, то я бы не мог сказать, где находится далекий элемент. А теперь смотрите: то есть это ну, частная конкретная ситуация. Да? В питоне, когда мы запрашиваем какой-то там и ты символ строки, то ему реально придется бежать в этих самых и операций. Ему придется реально прочитывать содержимое, то есть считывать из памяти реальное содержимое, потому что не посмотрев на те биты, которые содержатся в байтах, соответственно, этого символа, невозможно понять, где заканчивается этот символ, сколько в нем байт. Это сам код символа определяет, сколько в нем байт. За счет вот этой неравномерности теряется возможность быстрого поиска по подобным неравномерным строкам. Понятно? Да, это более компактно, чем UTF-32, потому что э, популярные символы, плюсики, латинский алфавит, циферки, они записываются одним байтом. Да? Более-менее популярные языки, там, двумя байтами обходятся, потом там, больше байт и так далее. Ясна логика, да? А теперь представьте себе другую ситуацию. Я говорю, ребята, мои хранимые данные будут однотипными элементы, да, элементы, которые буду пихать туда, они однотипные. В результате получается так: у меня они как вагончики. Вот, не знаю, допустим по два буду их группировать или по три, неважно. И я спрашиваю, где в оперативной памяти, да? Ну, допустим, я вот делаю какие-то, вот, вот я лучше тут нарисую их: тинс, тинс, тинс. А следующий, следующий. Я спрашиваю, где находится 1027? -й? Я говорю, а подождите, а размер ячейки какой? Два. Беру 1027, умножаю на 2, да, получается, что у нас, так, 2048 плюс, этот самый, 6, да, 2054. Я надеюсь, я не ошибся в устном счете. Ну, смысл следующий, что я могу как в кристалле. То есть массив, он чем-то напоминает кристалл с точки зрения физики. Понимаете? В нем есть дальний порядок. И поэтому э, выстрелить в какой-то нужный далеко-далеко находящийся элемент никаких проблем нету. Ясна логика? За счет вот этой вот однотипности элементов, да, за счет того, что они находятся в памяти подряд, доступ к и тому элементу, да, доступ к элементу, ну, и, э, и э почему я использую, потому что для массива классическое слово, да, это array, array, массив. Хотя в C++ слово array а, нет, есть, прошу прощения, контейнер есть такой array, да, да. Вот, так вот, значит, соответственно, вот доступ, выполнение, доступ к элементу, к итому, да, дай ко мне и ты элемент, происходит за о от единицы. Мы в прошлый раз с вами разговаривали про асимптотику, помните? Про количество операций. Так вот, смотрите, ну, я э, в прошлый раз, да, полный перебор у нас был, в раз я вводил это понятие, мы на простых, э, на тесте простоты про это дело обсуждали. Так вот, смотрите, что такое О от единицы? О большое, это как некоторое, ну, это сложное математическое понятие, в э, матанализе вам его обязательно введут, наверное, на классе так в десятом. А, но смысл, сейчас я не буду в детали вдаваться, пока просто привыкните, что в программировании, когда хотят сказать, иметь в виду, что это значит, что наихудший случай ведет себя так, да, как вот эта штуковина, которую мы тут напишем по отношению к масштабу задачи, да, к какому-то числу. В данном случае сложность добывания этого элемента, естественно, зависит от его номера. Ну, самый первый элемент, да, добыть очень легко. Ну, вот раз мы начало массива, вот тебе первый элемент. Да? Так вот, получается, что э, количество операций у нас для добывания первого элемента, второго элемента, третьего элемента не отличается. Да? На самом деле, э, может быть, даже от единицы может немножко колебаться, но смысл в том, что мы можем ограничить это все некоторой константой. Да? Сказать, не больше, чем там 10 операций или 100 операций. И как, как бы далеко не находился, да, ну, как, как бы ни был масштаб задачи, э, нам все равно не нужно вылезать за некоторую константу. То есть наш наихудший случай, да, он, вот эти случаи немножко нам могут плясать, но они не вылазят за конкретное константное значение. Ясно? Вот это такая интересная Сейчас, штука. Почему так происходит? Почему они за константы не вылезают? Почему? Потому что нам найти и ты элемент в массиве очень легко. А на самом деле это не тривиальный момент, потому что нужно тогда сказать, а почему оперативная память так умеет? Неужели оперативная память действительно она такая оперативная? Это была фишка, придуманная еще Джоном фон Нейманом в 43-м, если не ошибаюсь, или в 44 году 20 века. Опубликована там в статье в «Соавторстве». Их там четыре автора было, ну вот самый известный этих Джон фон Нейман, принцип устройства, э, это ну не персонального компьютера, <соторган> тогда и не было персональных, в принципе электронного вычислителя машины. Название точной статьи, я не скажу, научная статья. И там описывается принципы построения, в частности, вот эта фишка. Раньше, когда-то, это было еще до того, как магнитную память придумали до того, как там транзисторный, да, на ферритовых кольцах была первая, по-моему, оперативная память. А естественно было, что лента, бобина такая, да, которая будет э, с перфорированной лентой, с дырочками. Дырочка есть, единичка, дырочки нет, нолик. Понятно? Перфолента. И вот с перфолентой мы так не сможем. Если нам нужно реально, чтобы достать, ну, знаете, если кто-то помнит магнитофонные кассеты, вы уже наверняка не помните, а вот я помню, и вот мы их реально мотали, чтобы ус, быстрее э, ускорить это дело, да, магнитофон медленно крутит кассету, мы брали, доставали кассету, насаживали ее на э, ручку, да, и ш -ш -ш, раз, перемотал кассету быстренько. Вот реально, хочешь послушать первый трек, потом десятый, потом второй, потом семнадцатый, но ты очень долго будешь это делать, потому что перемотка затрачивает существенное время. Между прочим, кстати, Винчестер содержит в себе там головку, и она должна переставляться механически. Это тратит время. Винчестер, он быстро работает, только если считывает подряд. Это устройство последовательного доступа. А память оперативная азу, она на то и оперативная. Да? По-английски random access произвольного доступа. То есть, еще раз, массив он максимально близок к архитектуре, к архитектуре самого компьютера. Это тупо память, которую разметили на куски, да, к которым можно обращаться вот так. А поскольку для вычисления адреса этой ячейки нам тупо нужно взять и умножить а, начало массива на сайзов этой ячейки. Ну, на размер в количестве байт, да, и тщ, все, раз, оперативная память нам выгрузит нужную э, ячейку, как только мы скажем ее номер. А номер посчитать, это одно умножение. Теперь ясно? Да. Именно поэтому и получается, нам нужно один раз умножить и просто спросить у оперативной памяти. Ясно? Но это не всегда так. Что просто, просто люди некоторые так воспринимают, ну и понятно, и всегда так будет. Нет. Достать данные из какой-то структуры из хранилища. Поэтому как пойти и взять книгу из библиотеки, да? Там может быть нетривиально. тривиально. Да? а что если в этой библиотеке есть ходы направо, ходы налево, или нужно пойти в картотеку, да? Ну, да может быть пропор... а потом может быть, коридор может быть очень длинный, да? Или стопка книг такая, да, в которой тебе реально придется перебирать и в каждой книге написано, где лежит следующая книга. Короче, смысл в том, что это нетривиально и это круто. Что, э, что мы в результате получаем? Есть последствия, которыми мы сейчас расплатимся за вот это, за эту крутость. Понимаете, так оно бывает. Да? Нет универсальной структуры данных. Массив он прекрасен вот этой скоростью доступа к этим элементам. В чем сложность? Я нарисую еще раз память начисто. Теперь это ячейки моего уже массива. Да? То есть я сразу рисую массив, но я его рисую в оперативной памяти. То есть, я по-прежнему это оперативная память. Так вот, где-то там в оперативной памяти начинается мой массив. Я вот так вот обозначу, что это его адрес начала. Ну он, когда я упоминаю буковку с именем массива, пусть мой массив называется буковкой А. Именно поэтому, как я уже сказал, соответственно, ну, на самом деле это может быть разным, но сегодня мы так будем пока называть, пока что. Так вот, соответственно, это будет у меня А нулевой, да, это будет А первый, кстати, элементы действительно индексируются от нуля. Кстати, в американской литературе, насколько мне известно, оперативную память обычно нумеруют снизу вверх. Знаете, это очень интересно, дает понимание того, почему от нуля представьте себе да, что это дом да? дом соответственно вопрос я хочу подняться на сколько лестничных пролетов мне надо пройти чтобы попасть на э, нужный мне этаж да, давайте считать этаж количеством лестничных пролетов. Получается, что вот этот этаж нулевой. Понимаете, нулевой. Мне не надо проходить ни одного лестничного пролета. Так во французском языке называется. Летаж ⁇ это уже надстройка. Вот он первый этаж. Вот это второй этаж. Это третий, это четвертый. Сколько всего этажей? Понятно. То есть если в... И массив вот, вот ну, там, в этом смысле вот такая вот логика в русской литературе чаще бывает сверху вниз это не принципиально я буду там слева направо чаще их может даже рисовать сегодня вот, но а, доступ к ним то есть когда я их упоминаю я могу там а 1 написать да но если массив то лучше в квадратных скобочках писать доступ к нужному элементу так вот смотрите допустим у меня есть массив да а 0 а 1 а второй давайте еще а 3 напишу всего элементов 4 у меня в, в моем массиве. Но у меня же в оперативной памяти не только один массив, правда? У меня вообще-то есть много переменных. И у каждой переменной должна быть свое место в оперативной памяти. И естественно, когда, распределя... когда операционная система там, да, выделяет нам место, когда наша программа решает, где что у нее будет, да, то я, например, говорю, у меня будет массив из четырех элементов. Я об этом заявляю и говорю, так, мне нужен массив из четырех элементов. Говорю, int a4, точка с запятой. Это способ выделить память под массив. Ну, как вот объявить переменную, а вот так объявляется массив. Да? Вот я объявил массив из четырех элементов. Кстати, я уже сказал, да, что a4 нету как записать объявление массива? Тип элемента, название в квадратных скобках, сколько элементов я хочу. А. Нумерация, то есть на самом деле, если честно, индексация. Потому что первый элемент имеет индекс 0. Второй элемент, ну он реально, он второй, да, в массиве. Он имеет индекс 1. Да, то есть индекс... В массиве. Это, э, собственно, способ доступа, да, как индекс почтовый, да. Почтовый индекс, да. Он равен номеру, да, за вычетом единички. Ну, просто оно понятно и логично озвучивать вслух. Да? В массиве 5 элементов, да. Пятый элемент имеет индекс 4. Ну, я так чуть-чуть это разницу произнесу, чтобы вы не запутывались. Сейчас, секундочку. <coughs> так, ладно. Нам надо очень быстро двигаться вперед. Uh, это я произнес, uh, описание массива я произнес, вы его сейчас увидите, я обязательно покажу работу с чистым массивом, но поймите, у вам понадобится не только массив, вам же с этим массивом надо работать, значит вы рядышком где-то опишите еще какую-то переменную int, там, x, точка да, запятой, и естественно, что эта переменная будет что? Под нее память будет выделена рядом. То есть будет ячейка, которая называется x, имеет конкретно адрес памяти. Когда вы говорите x равно 7, то семерка будет записана именно в эту ячейку. Правда? Согласны? А теперь смотрите, что произойдет, если я возьму, пора домик стирать. Что произойдет, если я попытаюсь записать информацию в А4. 5. Да? Ну, то есть до тех пор, пока я в А нулевой клал В А нулевой положим 1, в А1 положим 2, ок, 2, в А3 положим. Это самое 3 пускай будет, да. А вот в этот А4 положим 5. Что будет? Интересно то, что для классических массивов, для вот таких массивов в C. Нет никакой проверки. То есть компилятор реально просто возьмет и попытается интерпретировать вот это да, как следующий элемент массива. И забавно то, что если вдруг ваш x какого-то большого размера, да, соответственно, вот такой, то произойдет нечто совсем страшное произойдет попытка реинтерпретации вот этого, да, как, а поскольку хранятся в памяти тупо двоичные данные, нолики и единички, то попытаться интерпретировать это как число и записать туда нечто, да никаких проблем. Можете себе представить это примерно так. Есть дорога, а да, рядом цветочная клумба. И вот асфальтовый каток, да, он проехал по мкад, мкад, да? <соториск> соответственно, первая полоса, вторая полоса, третья полоса, четвертая полоса. А он взял и проехал асфальтовый каток раз и проехал. Вот и он интерпретировал вашу клумбу рядом, находящуюся рядом, там, ладно, с четырехполосной дорогой, интерпретировал ее как дорогу. И получается, что он нам, эм, как сказать, <laughs> из, из это самое просто испортил содержимое той ячейки, которой мы пользовались. Понимаете? И окажется, что вот это дело, выход за границу массива, приведет к чему? К непредсказуемому поведению программы, потому что в XE окажется вообще не то, что я ожидал. Понятно? вопрос зачем все так плохо сделано то есть понятное дело что как выход за границы массива это криминал да это э, как это машина выехала за пределы дороги да вылетела в обочину сбила пассажиров да а, и в других языках программирования ну помянем паскаль да? в паскале там вот за это дело компилятор будет вас бить. То есть он реально прям в момент выполнения будет проверять, нет ли выхода за границу массива. А если вдруг он произошел, он прервет программу, чтобы не получилось хуже. Дело в том, что не прекратить работу программы лучше, чем продолжить ее с, так, с вот этим самым, я произнес по-русски, да, непредсказуемое поведение программы. Да. Оно еще называется undefined. Behavior – это состояние программы, в котором э, она начинает вести себя по ошибке, не из-за э, из хаков, да, не из-за взлома. Э, начинает вести себя абсолютно непредсказуемым образом. Когда в переменной появляется такое значение, которого там быть не должно. Если это программное обеспечение имеет какие-то механические манипуляторы или управляет электрическими станциями, подстанциями, это может означать страшные аварии. Если это ПО управляет лифтом, оно может а, разорвать человека. Если это программное обеспечение управляет метровым, просто трудно себе представить. Поэтому вот эта вещь, на самом деле, она случается, и это страшно. Поэтому вот я еще один пример приведу. Да, с ракетой. Представьте себе, да, что... Илон Маск запускает ракету. Ну, Илона Маска они более-менее успешно стартуют. Тем не менее. Запускает ракету в код. Давайте. А, у меня есть ракета. У меня прям есть ракета, я сейчас ее принесу. Так. Рок от космодрома. Вот она, ракета. И ракета должна Двигаться по расчетной траектории. То есть, это ее расчетная траектория, да, по которой она должна взлетать. И тут, да, внезапно да, при движении происходит отказ. То есть, она сош... в некоторой степени сошла с этой траектории. Да. А вопрос: в чем дело? То есть, у нее, естественно, есть механизмы этого. Механизма возврата на траекторию, да, устранения неисправностей. То есть некая устойчивость ее поведения существует, да, корректировка траектории. Да, но тем не менее, бывает такая ситуация: да, когда ракета стартует, и вот она взлетает, и тут внезапно, не знаю, там, отказал один из двигателей. Да, ракета уже точно не достигнет орбиты. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, да, когда у нее возгорание, <со> отказала какая-то критическая там, э кислородная подача, там, если там на кислороде с чем-нибудь. Короче, смысл в том, что ракету надо тупо заземлить. <с> <с> То есть прекратить выполнение программы. Простите, я опять увлекся. Давайте вернемся к массивам. Вопрос, почему в C++ этого не делается, когда дело касается массивов? классических массивов, типовых. Дело в том, что язык C и C++, языки C, и C используются для создания ядер операционных систем, для программирования микроконтроллеров, для всякой вот аппаратной фигни. И поэтому важно дать программисту возможность сделать все, что он захочет прямой доступ в память куда-то, да пожалуйста, если только операционная система не отследит и не прибьет тебя за это, пожалуйста. Понятно? Нет, ну понятно, там есть более высокий контроль, если мы не являемся ядром операционной системы, то, соответственно, за нами следит большой брат. Да? Но за счет вот этих развязанных рук в C и C++ возможностей вот реально обратиться в память куда дай адрес и пожалуйста разыменовывай добывай проходи по этому адресу ладно сейчас мы про указатели даже не будем говорить давайте ограничимся Значит, моя задача сейчас была объяснить что выход за границы массивов должны контролировать вы сами да? и ни в коем случае этого не делать следующий момент массивы очень любят циклы ну, какой смысл делать и структуру данных в которой доступ по индексу говорим имя, а также индекс, ну, так надо использовать цикл for. То есть логика в а, том, чтобы это использовать циклы for вместе с массивами. Теперь сразу почти, да, давайте я, а, значит, я пора все стирать, расскажу вам про проблемы, которые с этим делом возникают, с массивом. То есть чем же мы расплачиваемся? Тем, что... Как вы понимаете, на соседних участках памяти живут другие переменные. Значит, я не могу расшириться. Если в какой-то момент я понимаю, что мне нужно еще новый элемент, туда как-то надо добавить элемент, то делать ничего с этим нельзя. А как быть? Представьте себе. То есть, то есть себе... в цикле нельзя вводить уже новые переменные, да? Не вы... Нет. Массив, да? владимир спасибо за вопрос нет не, не, или ты его неправильно сформулировал а нельзя вводить новые переменные в состав массива да То есть, как, нельзя новые цифры. элементы а, слово переменная подразумевает нет. что она отдельная переменная нет. у нее есть и отдельное имя нельзя добавлять элементы то есть вот такой штуковины, вот я как в питоне, да, я объявил там массивчик из n элементов, да, а потом одумался в какой-то момент, говорю, а еще туда допихни одну, да, еще немножко туда вот допихнуть какое-нибудь значение. Вот этого нет, невозможно. Невозможно, потому что мы понимаем архитектуру этого дела. Представьте себе, вот улица, вот участки, да, вот участки, улица лесная. На этой улице стоят, соответственно, дома. Вы говорите: я купил сразу много участков, да. Я купил сразу много участков. Это байты. Это оперативная память, да. Соответственно, и вы говорите, я купил сразу много участков. Четыре участка у меня, да. У меня тут целых четыре участка. И я тут промышленным производством занимаюсь. Этот участок я назвал нулевой, первый, второй, третий участок. Все, и супер, замечательно. И тут вы говорите: так, стоп, мне нужно еще, как сказать, следующий. Но вы же не хотите разрушить саму структуру массива. А здесь какой-то негодяй взял, какой-то добрый человек уже домик себе построил. Понимаете? Вы не можете расширить массив, потому что кусок памяти, куда вам надо расшириться, он уже застроен. Там кто-то живет, какая-то переменная, уже имеет этот адрес. Все. Приплыли. Так, я там всех пустил, кого надо. Ожидающих нету? Пайтон, да. И угу. Python в массивы можно включать новые элементы и чем включается элемент от переменной? Смотрите, переменная имеет собственное имя, да? Вот у переменной есть собственное имя. И там получается как? Вот я завожу несколько переменных. Переменная x, да? Получается, что она ссылается на какую-то реальную ячейку в памяти, да? Одну. Одно имя, одна ячейка этого типа, а, элемент да? использует а слово "элемент" да, элемент тоже означает некоторую ячейку, но элемент он является не, как неотъемлемым от массива, то есть он встроен в эту структуру данных. То есть вот представьте себе некая улица, да? И в ней я закупаю единый участок, состоящий из множества, как сказать, подучастков, и они все типовые, ну, типовые при этом они именно как это промышленные, что называется создание элементы цеха моего завода понятно однотипные да? у него у них нет собственного имени да они не как это у каждого цеха у каждого элемента нет собственного имени они все одинакового типа ясно теперь ясно. Вот. Поэтому элемент, да, это элемент массива. Вот. Еще список пайтоновский это не массив, вообще не массив. И он сложно организован. И вопрос, а как, как же решается проблема добавления нового элемента туда, если там нам надо, чтобы они шли в памяти подряд, да, ну, и, ладно, а как нам это в C++ решить, забудьте про питон. А как нам в плюсах это решить? Я хочу увеличить свой массив. Причем я решил об этом именно в, не в момент компиляции, то есть я не перезапускаю все это. А нафиг, давайте это самое э, сотрем этот мир, большой взрыв заново, да, и заново вся программа все создает. Это самое выделяем память, потому что я просто решил, что мне нужен больше это самый. Массив и перекомпиляция, перезапуск. Нет, прям в процессе уже работы программы. У меня уже был массив размера 4. Я говорю: а мне нужно 8 или там 6, а там куча всего по по реально в памяти лежит. Там какие-то элементы, да, там гараж какой-нибудь для машин. Да? Ну, я бы тут какая-то переменная какого-то типа. да Ну я же не могу просто так взять и поверх писать катком. Да, естественно, что у меня после этого будет undefined behavior. Но если я хочу расширить массив, существует такая интересная фишка. Я могу взять и сказать, подождите, понятно, что здесь-то все занято. Ну, дальше, да, вот здесь вот занято. И тут расширяться нельзя. Как поступают в этом случае вот, реально промышленность, да? Если уж необходим монолитный вот такой вот э, как конвейер, да, -э, вот, цеха нужны рядом находящиеся, уж такой массив зданий, да? В этом случае что? Говорит, ребята, давайте найдем где-то там, где-то там в продолжении этой улицы. Ну, у меня э, оперативная память это одна длинная улица с адресами. Вот, вот, условно продолжаем ее вот сюда. Да? Вот как бы вот мы пришли отсюда, и где-то там есть куча пустого неразмеченного места, которое никому не дано. Там никто не живет. Да, оно может далеко от начала, от столицы, но какая разница, если это память произвольного доступа? Понятно? А тогда что? А тогда мы говорим, давайте там сделаем резервирование, да, резервайшен, да, отрезервируем себе новое пространство, да, и зарезервируем себе некий запас. То есть мало того, что я хочу добавить один дополнительный элемент, а там нельзя, да, а я говорю, подождите, а давайте сделаем некий резерв. Да, то есть я себе раз, два, три, четыре, да, вот я собираюсь расшириться на один, а вот это, это будет резерв. Да? Ну, по-английски это слово будет глаголом, да? Зарезервировать, по-русски зарезервировать, да? А, соответственно, to reserve. А для того, ну, просто, да, я сейчас слово давайте, резерв, соответственно. Сделать резерв, запасти дополнительного пространства и за поскольку оно все куплено, да, операционная система, то тут я строю благополучно свои цеха, раскладываю свои элементы, да, вот тот, который я хотел дополнительно построить, супер, да. но естественно, да, поскольку оно все здесь, то ближайшие дома начнут строиться только там, то есть другие люди смогут купить только там, поскольку это место уже зарезервировано. Да, тут садиться нельзя, понятно? Или как в этом концертном зале, да, раскладывают бирочки и вот тут, тут сидит жюри. Реально пришло там пять членов жюри, да? зарезервировано под 10 понятно? Под потенциальное расширение. Тимофей Федорович, а можете просто пустить? Про... Спасибо, что напомнили об этом. Так вот. А, смысл какой, что размер количества, которое э, размер вот этот, да, а зарезервированный, ну если честно, то правильно сказать так, зарезервированный размер включает в себя вот и это то же, да, то есть уж если так говорить. Поэтому, если вы э, собираетесь хранить в массиве Неопределенное количество элементов, вы заранее не знаете точно сколько, но вы определитесь. Вот вы собираетесь в концертный зал посадить жюри. Они должны обязательно сидеть рядом. Ну, я вот сравниваю да, с какими-то примерами из жизни. И, а, но ну, вы говорите, ребята, но ну, мне придется элементы массива класть рядом. Я знаю, что их будет не больше 100. Ну, зарезервируйте себе в памяти 100 элементов, пожалуйста. Тогда новые переменные просто будут там валяться а реальный размер вам придется где-то запоминать. Но ничего страшного, будете его где-то запоминать. Понятно? Помните, сколько реально у вас человек там, сколько данных вы в этот массив загнали. То есть массив можно сделать... Просто побольше, есть, да, изначально есть, сделать памяти. побольше. Его можно изначально сделать побольше. Понятно? А изменить потом нельзя. А изменить потом нельзя. Но существует такая штука, как динамический массив это сложная штука. Динамический массив, если делать его руками, это очень непростая штука. Потому что для того, чтобы его организовать, Нужно много знать про адреса указатели, нужно взаимодействовать с операционной системой, там, free, malloc, reallog, какие-то еще штуки, чтобы выделять новую память. Вы, э, скажем так, есть простой способ получить новую память сразу. Да, и у вас вот этому способу учет. Вот, написал имя переменной, и тебе автоматически выделилась память. Да? А есть сложный способ, которым мы, что называется, э, ну, как это, вот, вот здесь вот мы действуем как через э, агента по покупке и продаже недвижимости. То есть мы ему делегируем компилятор. Я хочу переменную назвать ее x, и чтобы в ней было столько байт, сколько нужно для инта. И он сам это сделал. Мы только приходим, получаем документы себе, и даже по адресу, то есть мы не пользуемся а реальным адресом. Мы к сразу x пишем, и всегда попадаем в ту ячейку, в какой надо. Да? Все под ключ. А есть способ сделать это вот, ну, не совсем на ассемблере, но таким грязным, не, не грязным, детальным, юридическим сам не буду полагаться на этого там, риэлтора, там я пойду сам. Тра-та-там, все заявления буду заполнять, договор буду сам вычитывать. Ну, короче, вот есть возня, связанная с взаимодействием с цифровым государством, с операционной системой. Операционная система наблюдает за всеми вычислительными процессами. Да? большой брат следит за, за, за тобой, да. Она следит за всеми, кто там память как тратит, какие ресурсы у него. Завис он, не завис, в конце концов. Вот а, насколько это возможно отследить. Но смысл в том, что а, динамический массив это набор, по сути, алгоритмов, которые должны включать возможность именно что расшириться даже в такой ситуации. В этом случае мы должны что? Зарезервировать много нового пространства, больше, чем было раньше, может быть в два раза. Это еще называют способом аллоцировать, allo allocate аллоцировать новое пространство. Есть даже такой механизм аллокатор. Ну, в смысле, класс аллокатор, который этим занимается. То есть некая такая сущность, которая специально в стандартной библиотеке есть, ну и можно свои там еще писать. Но это опять же, все это не, вам не важно. Важно то, что купив новое пространство, в кавычках, да, получив новое пространство, нужно организовать переезд. То есть в цеха надо разобрать, и скопировать, да, из старого в новое положение. Да. За счет этого мы получили дополнительное пространство, а старое, старой площади, да, можно после этого продавать, освобождать пространство, говорить операционная система, забери этот кусок, он мне больше не нужен. Понятно? Так вот динамический массив штука сложная, и но пользоваться им хочется, нам всем хочется делать вот этот самый append, как в Python, да? Как это делать? Ответ. Надо просто брать и пользоваться готовым, как сказать, готовым заранее написанным динамическим массивом. Кто является готовым динамическим массивом C++? Это контейнер вектор. Понятно? Это контейнер, это... А почему вектор? Почему он называется вектор? елки палки я не знаю. Мне кажется, это ошибка разработчиков. Лучше бы они назвали его Dynamic Array, Darray как-нибудь. Я уж не знаю, как бы они его назвали. Ну вот в Python, а в Python, кстати, я не знаю, вот Array там, по может быть и фиксированного размера. Но Array там это честный массив. Не знаю, надо посмотреть в Питоне Array, как он себя ведет при увеличении. Можно ли его там расширять. Но вот вектор, он поддерживает расширение. Мы можем его расширять, можем сказать ему как раз вектор зарезервирует дополнительно. И фишка в том, что вектор это динамический массив с наворотами. Да? У него это уже высокоуровневый объект. Понятно? Это важно. Высокоуровневый объект. Он умеет много чего, и этим удобно пользоваться. Мы будем пользоваться по факту. Вы же знакомы с объектами в Python. Ну, то есть вы на самом деле просто там список это на самом деле объект, там строка, а строка там это все равно объект. Так вот в C++ ну правда со строками мы уже работали, и строки в C++ это тоже объекты. Вот, ну, просто еще один объект появится. Но можно жить и без объектов. Можно жить на чисто вот на императивном таком низком уровне. Ладно. Короче, я, может, опять же, немножко углубился в этот разговор, да, но а, вектором можно пользоваться с таким же успехом, как массивом. Вместо массива вы получаете и, и более того, вектор... Uh, это уже, еще раз говорю, высокоуровневый объект. И он как раз уже проверяет выход за границы массива. Ой, все, вязали ожидание никого. Это я поздно увидел. Ладно, пора начинать что-нибудь кодить. Значит, начнем мы с, с простых задач на заполнение массива. Значит, я буду сейчас делать в двух версиях. Uh, первую версию чистый массив и потом с вектором так давайте создадим наш шестой урок это самое как называют uh, давайте покорми массив Фид, рей. <laughs> Итак. Итак, я создам массив, пусть это будет тупо массив целых чисел сейчас, значит, я могу говорить конкретный размер. Я сейчас буду очень маленькие массивы создавать. Надо сказать, что я имею возможность в C++ сразу задать содержимое массива. Для этого я пишу равно и в фигурных скобочках записываю вот так вот. Но поверьте мне, я не имею права, да, то есть вот если вам покажется, что я могу сделать вот так где-то в середине, да, вот я рядом создам еще один массив, да, в котором я что-нибудь положу по-другому. Да, там, не знаю, 10, 11, 12, 13, 14, да, что если вы думаете, что после этого я имею право сказать вот как-нибудь вот так вот, да, или сказать вот так вот, то вот этого делать нельзя. Давайте проверим. Я, поскольку иногда возникают какие-то новшества, да, в языке, а я здесь включил в настройках компилятора, я включил, чтобы он пользовался э, стандартом поновее, вот C++ 17 то, а мало ли, сработает. А я вам рассказываю, что не сработает. Ну, давайте проверим меня. Давай, дорогой. О, он мне показывает. Подождите, что вы собираетесь делать? Так нельзя. Но C++, он не питон. Он таких высокоуровневых операций с массивами не делает, это нонсенс, понятно, так нельзя. Мне придется закомментировать, чтобы это дело работало, да? Ну я, ладно, не буду оставлять. Короче, так нельзя. Значит, ну тем не менее, вот я могу создать два массива, ну вот, пожалуйста, два массива создать могу, ну правда, программа запустится, она ничего не сделает, да, и выйдет. Значит, что я сейчас сделал? Я их заполнил тупо вручную. Давайте я их хотя бы распечатаю. Для распечатки массива я, конечно же, могу... Дайте я так напишу, этот школьницкий using namespace STD. Вот. А теперь я что? Я сейчас тупо просто распечатаю поэлементно, да? Но, естественно, что распечатывать вот так вот смысла не имеет. Потому что я спрошу, а почему тогда не пользоваться просто переменными? То есть смысл использования массива в первую очередь в том, чтобы у меня была возможность э, работать с элементами в цикле. А иначе смысла нет. Я просто назвал бы переменные а, подчеркивание нулевая, а, подчеркивание первая, и был бы доволен. Вся фишка именно в том, что я могу взять, сказать, а и т, а х т, а к да, вот как-то указать это дело. И, соответственно, теперь мне нужна переменная индекса которая позволит мне это пробегать некий диапазон значений в массиве. Не обязательно все. Пусть у меня будет и пробегать от нуля до 5, да, но не включительно, потому что, как вы понимаете, до а 5 да, не существует. Ну, если я сейчас сделаю, я вам покажу выход за границу массива в, воочию, чтобы вы его увидели. Так, ну и я сделаю разделитель в качестве разделителя я сделаю знак табуляции, чтобы было выравнивание содержимого и было ровненько. И в конце распечатки массива я выведу конец строки. Ну, конец строки можно вот так касая n. Yes. А, что я делаю? Я хочу... Это я распечатал массив А. Сохранимся, запускаемся. Ой! Ой, что у меня происходит? Кто быстро найдет ошибку? Ctrl-break. Что не так? Быстро. Ну, потому что и 5, и он этого. Потому что нет итерирования. Операция итерирования пропущена. Впрочем, если бы здесь было K, ну, правда, должна существовать такая переменная K, да? Не знаю, 2 плюс 2. Да, ну, то есть некая операция на кстати, так можно запустить, только она тоже будет зацикливаться бесконечно, потому что итерирование не происходит, то есть это действие бессмысленно, оно не влияет, не имеет никаких побочных эффектов, да? оно не влияет на изменение вот этого условия. Я напоминаю, for вот это, это не действие, которое выполняется однократно до зацикливания. Это условие, которое проверяется каждый раз при старте цикла for, а это действие по итерированию. Да? То есть как если бы в цикле while вот эта штука стояла бы в конце, да, это бы вполне сгодилось, кстати. Да? А вот это условие, оно проверялось бы в самом начале каждой итерации. И если вдруг оно неправда, да, если вот это дело not trans, да, then break. Да? А вот это действие один раз сделать до цикла for создать ну и присвоить соответственно нолик. Да и тогда, пожалуйста, я могу вот написать цикл for, в котором у меня будет вот два двоеточия типа ну просто так. Точки запятой, прошу прощения, да? То есть тут три пустоты. Инициализация, а не нужна. Выход, а бесконечный цикл, не без выхода, без условия, да. А итерирование нету. Да, я вам рассказывал, что в C++ это вот устроено вот примерно так. Но сейчас я это сделал без цикла вайла, сделал вот вручную. Да, только мне пришлось отрицание добавить сюда, чтобы он это делал. И, пожалуйста, он у меня так точки запятой. Не хватает, он будет работать за то. Он работает. Что, плохо работает? Почему-то плохо работает. Если и меньше нот и меньше 5, я уверен, я понял, что не так. У меня вот здесь вот на скобки не хватает, потому что нот применился к самому и, к сожалению, вот печальная история. Сейчас мы применим и сразу, вот кто бы догадался из вас, что там нот применился к и, что приоритет операции нот выше, чем операция сравнения. Короче, вот он распечатывает массив, и это дело работает. Но, естественно, так никто не делает, да, а зачем же цикл for, как не за тем, чтобы вот было условие входа, да, зачем же мне э, итерироваться вручную в конце, когда я могу это делать вот здесь, да, зачем же я вынес эту самую инициализацию вовне, она должна быть здесь, все. Ну, ладно, простите, это опять я вас про цикл фор э, гоняю. Этот самый. Давайте э, распечатку закончим, да, то есть циклически я для каждого элемента бегаю, распечатываюсь, да, после чего я печатаю однократно перевод строки. Ну вот я просто так сейчас вывожу массив А на экран. Да? Давайте рядышком выведем массив Б. Все сработало. Да? Ой. Не сработало, конечно же. Тимофей Федорович, Ctrl-C, Ctrl-V. Нету мыслей в голове. Надо было э, массив-то другой распечатывать. Вот. Короче, смысл в том, что дорогой, распечатываемся. Вот он распечатал массив B, действительно, теперь это B. А вот э, смысл в том, что мне, конечно, хотелось бы научиться распечатывать его быстрее, но сеаут сам массив опять же выводить не умеет. Моя рекомендация не пользоваться массивами, не пользоваться массивами, пользоваться, потому что э, почему? А вот давайте я сейчас сделаю так. Вот я распечатал массив, давайте б И потом еще раз распечатаю массив B. Только вот тут вот я сейчас возьму и поменяю А5 на что-то там. Давайте там 777. Ой. Нам повезло. Мне повезло. Почему-то. Не знаю почему. Очень почему-то повезло. Я удивлен, этому, если честно. Интересно, а если я вынесу это в статические, мне повезет или нет? Я вынесу сейчас вовне Main. Они будут глобальными и статическими. Интересно, какие последствия сейчас будут у меня или нет? Но, к сожалению, и сейчас нет никаких последствий. Ну, на самом деле, вот я могу этих последствий такие добиться. Вот, но они будут вообще реально undefined behavior сейчас произойдет. Смотрите, я сейчас хочу а, заполнить массив, заполнить массив неким содержимым, да? Давайте это будет просто массив а, давайте а. Я его заполняю, а потом распечатываю. Для его заполнения мне потребуется что? Реально их туда раскладывать, то есть в а и ты отправлять какое-то значение. Ну, давайте пусть это будет значение и плюс 1, ну, чтобы у меня от единички. Э, ладно, пусть а и ты равен и ты, вот так да. Я увижу там сейчас, то есть я там увижу ровно то, что там и так лежало на самом деле, да, но если я сделаю умножить на 10, то тогда будет красивей, тогда я увижу 10, 0, 10, 20, 30, 40. Давайте дело запустим и посмотрим на 0, 10, 20, 30, 40, которые я туда, по сути, прописываю. Вот таким вот образом. А теперь смотрите. Я возьму сейчас и скажу 50 или там 10. Да? Опечатка у меня вот здесь вот произошла. Ну, с 10 еще, может, я не схвачу undefined behavior, потому что а, мало ли там в рядом лежащей памяти ничего подозрительного не окажется. Но вот я сейчас возьму и добавлю сюда, давайте тысячу добавлю сюда, и посмотрим, что получится. Покормим массив, как сказать, за пределами. И... Процесс вернул... Что? Что процесс вернул? Вы понимаете, что произошло или нет? То есть что-то произ... что таки произошло вот, вот сейчас, да? Что-то. А если я вот так интересно сделаю, дайте, я, я хочу реально посмотреть на последствия, я их должен увидеть. Не может быть, чтобы я их не увидел. Все, Yes. То есть я, я не дошел, процесс завершился, но он завершился вот с каким-то страшным кодом ошибки. То есть реально мой процесс, ну, если бы это был Linux, и я бы запустил это под Linux, здесь был бы segmentation fold. Я не понимаю, почему у меня не, не случается здесь напрямую segmentation fault. Я добавлю сюда пару ноликов и реально выйду за границы памяти. Слушайте, он должен писать segmentation fault. Почему он этого делать, я не знаю. Короче, смысл После в том, что... В на занятии, когда значение 1, хотя должен был 10. На прошлом занятии мы не, выход... не могли выйти за пределы памяти, потому что там был э, только переменный, мы не пользовались массивами. А здесь, для того, чтобы попасть Я в какую-то чужую память... Говорю. Что? Я его просто про цикл говорю, мы как цикл писали и просто... Вот, по ну там, нет, там случилось бесконечное зацикливание, это довольно безопасная штука. Программа просто зависла, ну и что? Как Человек тихо сошел с ума, но он не маньяк. Понимаете, то есть в тот момент, когда я пытаюсь обратиться вот так вот, да, и что-то туда записать. Я, если не дай бог, операционная система не отследит, ну она естественно это отследит, да, но если это сделает сама операционная система, то она возьмет расхреначить любую память любого физического процесса, любого вычислительного процесса. Понимаете? То есть прямой доступ в память через доступ к э, какому-нибудь элементу массива. На самом деле можно и укопаться в землю. Вот если сравнивать с домом, да, то можно попасть на минус какой-то этаж. Да. Минус первый этаж, соответственно, под нулевым этажом. Ну, в России они называют первый этаж, на самом деле надо называть первый этаж нулевым, второй первым. Тогда, тогда минус первый будет логично находиться под нулем. Ну вот можно вот это, вот, в минус какой-то там этаж уйти, и тоже будет какая-то жестяка. Понимаете? То есть вот достаточно вот это сделать и уже вполне возможно, что вот, вот да даже ладно, минус первому, зафигачить минус первому что-то вот подобное, уже может случиться нечто абсолютно непредсказуемое тоже, да. То есть я беру и проезжаюсь рядом катком. Вот классические массивы, вот подобные, да, они опасны. Что я вам предлагаю вместо этого? Да, вот они опасны. Я сейчас сделаю B. Вместо массива, говорю, не, не массив, я его сделаю вектором. Но вектор определяется по-другому. Я говорю вектор, а дальше говорю какого типа должны быть элементы. После этого я, я его спокойно себе создаю вектор. Я могу инициализировать, ну если я, там фиксированное количество элементов, я могу вот так инициализировать сразу. Вот. Но так, э, давайте я вот это напишу, что это дело опасность, да? Да, соответственно выход за границы массива, да, опасность. А теперь смотрите, я то же самое сейчас сделаю с массивом, с динамическим массивом, завернутым в объект вектор, да? Только единственное, что я сделаю сейчас, я туда пропишу буковку Б везде, да? И окажется, что это безопасно, ну или почти безопасно, да, то есть есть контроль. То есть выход за границы массива будет, ну, скажем так, относительно безопасно. То есть, условно, включается сигнализация, то есть, вы а, вставили руку, ли... дверца лифта закрывается. Да? Первый вариант, а, дверца просто закрывается неудачно, да, но и лифт продолжает ехать, и вам отрывает руку. А, второй вариант, включается сигнализация, дверь открывается обратно, лифт возмущается, звонит... вам лифтер там кричит. А, вот эта ситуация будет вот такая. То есть, есть здесь вы под, под присмотром вот этого объекта вектор. Да, и он внутри себя прячет э, организованный геометрический массив. В частности, если вы попытаетесь выйти за границу, здесь это я делаю, потому что размер-то у меня маленький, а я раз и вылез туда. Давайте попробуем. С боитом, что произойдет? Значит, с аитом. Только единственное, что я, чтобы это дело было, э, сработало. Да, давайте я здесь хотя бы это не буду делать. А вот этот dangerous я закомментирую. Потому что из-за него сейчас у меня может вылететь все. А, да, чтобы вектором пользоваться, надо подключить библиотеку. Вектор лежит в специальной библиотеке. Он а по умолчанию не включается. Итак, что я вижу? Я вижу... Так, что я вижу? Что-то мне не нравится, что я вижу. Ну, на самом деле, я сейчас не буду рассказывать, но все-таки вот это дело, да, он, он определил, он определил это делом, потому что у меня на самом деле вот здесь появляется возможность сделать э, так называемый try catch. Я могу поймать это как исключительную э, ситуацию. Сейчас я забыл, как это делается, правильно? В плюсах try э, accept или catch, помню try catch. Try catch, он не забыл catch соответственно, здесь я должен упомянуть ему, кого я ловлю и и как я конкретно его ловлю. catch сяут на да, выход за границы массива. Вот. А, Кэч, ну я не помню. По-моему, там можно просто так сказать, что ничего. Сейчас, э, ну это то, что как раз для оли олимпиадных задач часто не нужно, но вот в этом не, он говорит нельзя. Кэтч может быть три точки. Давайте эллиптически сделаем. Не, а что-то у меня не срослось. Сейчас я закомментирую многосрочно вообще этот А. Распечатывать я тоже буду Б. Слушайте, я могу ошибаться. Может быть, вектор и не контролирует выход за границу массива. Может быть, я могу ошибаться, я не помню, к сожалению. Ладно, ну его нафиг, этот try-catch. Давайте э, это самое. Мне не, 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 не настолько важно вам это рассказывать, потому что это, мы не работаем сейчас на уровень там продакшн и всякого там тестирования. Я поэтому не буду даже это дело сейчас смотреть в, в, это, в референсе. То есть можно открыть просто какой-нибудь этот самый cpp reference и посмотреть а что там собственно подраз... Ну, интерфейс вектора сюда ладно забьем нет все таки я прям забью у меня очень слишком много еще чего нужно успеть рассказать так друзья значит э, я сейчас заходим ой спасибо что напомнили да обязательно Давайте я прекращу, и мы стартуем просто еще раз. Итак, короче, давайте с архитектурными вещами сейчас закончим. У нас еще много алгоритмических. Да, общая мысль по эм, работе с массивами и векторами – предпочитать использовать вектора. Если вам понадобится расшириться, вы всегда это сможете сделать, потому что у вектора… Да, есть возможность взять и расшириться. Ну, ладно, слушайте, это я уберу. Да, Насчет этого самого выхода за границы плохо получилось. Ну, вот И здесь тоже это самое не очень хорошо. Да, но вектор, он негодяй, помнит свой размер. Точно так же, как вы можете в питоне спросить: вот так: вот лен э, списка, да, вот так вот, простите, а какого-то размера, да. В C это по-другому делается, но тем не менее, такая возможность есть. Ну, код -блокс у меня не дает подсказки. Да? Вот. Но, а, если я не ошибаюсь, size. Соответственно, вот эта точка size как метод, да, ну его надо позвать, да, как, поэтому раз его нужно вызвать, нужно написать круглые скобки, это метод вот этого объекта. Давайте я поближе описание вектора притащу к вот этому месту. Вот. Соответственно, вот у меня Использование вектора а, абсолютно как массива, но он помнит свой размер. А здесь мне придется это каким-то образом все время тащить, как некую константу. То есть я, допустим, выбрал ее там size, да. Ну, мне придется ее создать где-то, да, эту константу. Да, где-то ее там тащить, да. Const int а size равно 5. Да, она отдельно. И она фиксированная. Я не могу ее менять в процессе. Понятно, да? я не хочу слишком много работать с вот этими вещами, я не буду слишком сильно пользоваться расширением, да, то есть нос B, но, в смысле с векторами, да, возможность в каждый раз спросить у него просто, а какого-то размера, вот в пределах тебя и, и давай. Вот, кроме того, существует более современный способ доступа к элементам вектора, если мне нужно его перебирать тупо по порядку. Вот если мне нужно тупо по порядку, то есть вот такой способ. int ну, ну, тут нужно написать тот тип, который у меня, у самого элемента хранимого в массиве. x, двоеточие, а. О, oh, не а, прошу прощения, b. И сяут. Я повторю еще раз, да. Давайте я тут напишу, что это повтор. А, тут он не сможет напечатать красиво русский текст, к сожалению. Um, этот самый. Once again. Вот. Это неправильно написано. Здесь нужно x писать. То есть это Цикл for классический C++ сишный. а это современный C++ начиная с 2011 года позволяет вот такой for, да, похожий на for I in, а, точнее for x in a в Python, понятно? Ну, я в, давайте в кавычки возьму, чтобы было видно, да. Но вот это вот именно тогда, когда вы не for I in range len A, да, а for x in A. То есть вы просто переводите, а давай ссылкой. То есть x просто является, как сказать, ссылкой на элемент. Вот и все, да. Понятно логика? Если вы знакомы с таким списочным циклом в питоне, то вот, вот, пожалуйста, он в C теперь есть. Правда, есть такая тонкость, что если вы хотите не просто распечатывать, а менять, то нужно вписать еще вот такую фигню, а, амперсендик вот такой вот. Ну, слушайте, забудьте. Сейчас прям вот не то самое. Если хотите, да, но я сейчас постараюсь, им, ну, не буду им навязчиво пользоваться. Потому что этот доступ, он а, является доступом ко всем элементам по порядку. Да я еще и не знаю какого-то индекса. То есть это только в том случае, если мне их тупо надо вывести всех на экран. Ясно? Ну или что-то еще сделать с каждым, поэлементно. Ладно, без знания индекса. Вот этот доступ мне будет предпочтительней для написания алгоритмов. Поэтому, значит, мы некий шаблон кормления массива есть. Да, давайте решим несколько задачек увидим, что, во-первых, новый списочный цикл for работает. Да, ну, я прошу прощения, он там табуляцию надо было, наверное, вывести, чтобы было ровненько. Да, в конце вот здесь вот, once again b, да, вот здесь вместо пробела написать табуляцию для выравнивания. То есть раз уж, ну, вот, вот здесь вот. Ну, это мелочи, мелочи жизни. А, ну, я хочу сейчас чего? Я хочу сейчас научиться резервировать пространство нужного размера. То есть если с массивом понятно, то я же не буду вот здесь вот реально писать, если мне понадобится массив из 100 элементов, я же не буду... 99-100. Но я же не буду вот так создавать. То есть мне нужно вектору научиться давать сразу размер. Для этого мне нужно сказать ему, с какого размера он будет. Давайте попробуем посмотреть, заработать чини. О, смотрите. Я ему сказал: да, в пределах этого размера заполни его вот этим образом. Он его заполнил да, от 0 до 990. Ну, мне же там умножить на 10 идет, да. Давайте умножить на 10 уберем. Давайте вот так вот сделаем. Значит, еще раз я запущу. Ну, не знаю, ну, с таким массивом мне не очень удобно отслеживать. Давайте будем заполнять все-таки маленький массив. Например, вот так. 10 элементов. Да? 10 элементов. Да? Ну и пора этот once again убрать. Да? На самом деле мне для э, реального мо мо моего этого самого дальнейшего действия мне бы убрать про, все про «а», да, и пользоваться только этим вектором B, да и без лишнего вот этого действия. Значит, вектор... Ну, давайте я назову feed вектор, покормить вектор. Надо было номерной значок той выдать. Сейчас мы этот самый немножко его подправим, пока я это не забыл сделать, и оно не ушло в комит. Итак, значит, давайте задачка. Несколько маленьких задачек. Первое. Заполнить массив 10, 9, 8, 1. Быстро. Какую формулу мне нужно написать? b и ты ну. равно и ты. скобочку 10 повторите в скобочках 10 а что значит в скобочках 10 вот так я хочу чтобы он у меня по элементам разложил 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Разложил имеется в виду заполнить его? Заполнить, да. За заложить его туда, запихать. Это в цикле с шагом просто минус один, где это равно 10. Так, сейчас, секундочку. С шагом минус один. И и положить равным 10. Да. С шагом минус один. Ну, в смысле, минус-минус, да? Ну, да. Ну, так у вас зациклится цикл вот уже здесь. Пока ИТ больше нуля Точнее он не, не зациклится, он ни разу не это Пока ИТ больше нуля Значит с И равным нулю вы ничего не положите В Б нулевой ничего не уйдет Значит больше нуля что... Больше либо равно нуля Пока И больше либо равно нуля То есть вам же ноль тоже нужно пробежать да? Допустим хорошо, вы удивитесь что произойдет Давайте запустим Практика В данном случае недорого запустить вычисления Вычисления маленькие Что-то не так знаете, что произошло? Он, обратно, он, заполни, он показывает нам тот, тот проект, который он заполняет. Дело в том, что, Иван, а, произошло следующее. Давай я на маленьком массиве покажу. Да, на массиве из пяти элементов. А, я заполнял элементы от нуля да, до конца. И закладывал туда а, значение, равное номеру ячейки. Да, потом в первую положил единичку, в вторую положил двоечку. Ты предлагаешь нечто другое. Ты говоришь, надо просто пробежаться от конца. И ты заполняешь от конца чем? Четверка. <laughs> он делает то же самое, только с конца, да. С конца, да. А надо разложить туда. Вот я и говорю, фишка-то в том, что действие по закладке элементов может производиться как сначала, так и с конца. Поэтому это не повлияет на содержимое. Обменять а надо вот эту формулу, вот эту. Ну, вот тут тут вот надо менять. Ну или вот. А. Можно ну? Можно еще такую вещь, как G. ну еще один индекс, который будет меняться в плюс, а другой будет меняться в минус. Это И можно. Это... это можно. На самом деле а. можно. G равно а, ну b size b size, да? Значит, я вынужден буду вот так вот сделать. Значит, это можно сделать, да, он не влияет на ход выполнения, но j минус-минус, да, он при этом вычитается. Кстати, вот это запятая, да, в этом случае, это оператор запятая, который вычисляет и левую, и правую часть, то есть оба побочных эффекта по изменению памяти, случатся. Понятно? Так что вот, и он как раз, и при этом он не будет разделителем для цикла for. То есть оно вот именно что, вот инициализация, вот она, да, это проверка условия, вот она, а это итерирование, да, содержащее два изменения. Да, и класть туда, соответственно, j. Ну, я вам скажу так, i и j очень сильно путаются, поэтому, в принципе, допускается, но я все-таки предпочитаю использовать k. Уж она L, L, кстати, тоже не рекомендует, потому что L и единичка в большом количестве э, шрифтов очень уж похожи, поэтому переменную L маленькую тоже не любят. Если уж L, то большая желательно. Ладно, короче, давайте посмотрим, и это дело, наверное, сработает, как же как же ему не сработать, да? Но я хочу, чтобы вы сделали это дело без вот этой штуковины, а именно формулой. Наша задача научиться э, заполнять как бы зеркально. 10 минус i? Абсолютно верно. Не успел увидеть, кто это сказал. Маша. Молодец, Маша, абсолютно верно. И порядок, опять же, порядок заполнения в данном случае не играет никакой роли, не, это не важно. Да, в любом случае мы можем последовательно от начала к концу, а от конца к началу, да, слушайте, я могу придумать какой-то вообще специфический способ, прыгая туда-сюда, да, заполнение, вот, но самое главное, что вот если у меня и перебирает все элементы массива, все будет супер. А давайте сделаем так, не 10, да, а от 9, то есть ровненько, зеркальненько, да, вот так вот. Теперь смотрите, я хочу сделать копию этого вектора. Давайте я буду заполнять сейчас. Вот у меня был вектор B. Я хочу сделать вектор A и заполнить вектор A тем же самым, что лежало у меня в векторе B. Но обычно я делаю это ровно наоборот. Ну уж, пожалуй, хотя пока что мне все равно в какую сторону. Давайте я все-таки из A в B. Пусть был, допустим, A. Пусть был A. И я создаю вектор b, и, соответственно, я хочу в вектор b скопировать содержимое вектора а. Я делаю его размером ровно под размер вектора а. Все, вот я b делаю а сайза. Я сейчас хочу, чтобы вы не... Рас... Если кто-то вдруг знает стандартные средства c++, забудьте о них. Потому что реально, да, я могу... Есть такой способ, можно взять и вот так вот просто тупо скопировать тогда, да, пожалуйста, и B окажется полной копией. А. а. ну, давайте я это дело запущу и покажу. Вот он, я распечатываю B. Заполнял А, а распечатываю B. То есть, на самом деле, скопировать вектор, создавая, легко. Ну, тогда, по идее, мы... Но нет, я хочу без вот этих. А? По идее, напечатали, уже вот первый там заполнили А. В этом цикле мы просто пишем то, что B индекс It равно А индексу. Абсолютно верно. Да, параллельно перегрузка. Я зря стер. Сейчас, на секундочку, надо распечатку оставить. Она мне понадобится. Мне нужно рядышком еще и присваивание делать. Короче, я буду в БИТ класть значение Аитова. Соответственно, опять же, забыли о всех встроенных каких-то. Есть какие-то стандартные методы, забудьте о них. Да? Вот давайте сделаем, что называется, перегрузку вручную. Да? Вот я столько, сколько элементов, неважно, в А или в Б, в них одинаковое количество элементов, да, я, соответственно, беру и в П в и ты и эти вагоны, и, 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 и перегружаю по очереди. Да? 0, 1, 2, 3, 4. И я их, соответственно, на что? Вот так вот я их отправляю, да? Давайте сделаем так. Вот у меня элементы заполняются от конца. Да? Ну, правда, знаете, вот здесь вот этот самый... Э мне не очень удобно работать с этим Assize, а да? Давайте я один раз, у меня сейчас не будет переменного размера, я один раз заведу переменную n, которая будет равняться Assize, а да? Какой там я выставлю, да? Или наоборот, давайте я сделаю переменную n, а вектор a я буду создавать этого размера. Пусть он будет, кстати, не это самое. Я для чего? Чтобы формула была в несколько более общем виде. n-1, n-i, прошу прощения, да? Соответственно, здесь я проставлю i меньше, чем n, b я буду создавать размера n, да, ну, то есть я просто возьму n большое, выберу как размер обоих массивов, и вот я, соответственно, копирую перекладыванием вот так. Окей, да? А я хочу теперь взять и скопировать вот так. Как мне это сделать? Пишем то, что b с индексом it равно b size минус it. Можешь повторить еще раз? С b, I, Чего? А, нет. b, b с индексом it равно b с, с минус а с индексом it. А, b с, с минус n, короче. А, ну да. Сейчас. Я не понял. n, что я должен записать-то? B size это число, ну то есть просто n, n конкретное число, оно равно 5, тупо, это константы n, сейчас у меня. Хочу, могу, вот прям порядки. подписать, консульт. А? А, ну и чтобы запомнить обратно, в обратном порядке, F, B с индексом и t равно n минус a индекс и Сейчас ты получишь за свою инициативу, к сожалению, чего не хватает? Сейчас, одну секундочку. ННН, Что-то его, его это самое. А, вот, вот. Прошу прощения, мне же нужно было сказать, что размер вектора вот такой, а здесь лишняя скобка была. Э, ошибки мои беглые. Да, вроде как получилось. То есть он же у нас был перевернутый, да? Заполнение было перевернуто. Слушайте, дайте я сделаю пока прямое заполнение и должен получить обратное и все сработает. Вот все сработает, но не сработает. Смотрите. Работает? Да, потому что мы плохо протестировали. А давайте я заполню и умножить на 10. Ну, то есть 0, 10, 20, 30. Ну, я для данного случая сделал программу. Ну, плохая получилась идея. Я-то хочу реально скопировать их накрест, да? Это называется реверс, да? Реверс сделать. Реверс массива. Я хочу копировать с реверсом. Но. О! А может в общем, э, в общем b с индексом и t равно А с индексом N минус А и n а, с индексом N минус АИТ? Да. Наворот слишком большой. Я могу это дело запустить, но результат будет undefined behavior. Ну, особенно, если это не вектор, а массив. Но если вектор не контролирует, то это тоже будет непредсказуемое поведение. Дело в том, что АИТ это большие числа. Могут быть. А, разве? Ну, конечно. Хочешь, тысячу напишу туда. В инт влезет 10 тысяч, 20 тысяч, пожалуйста. Ой, я перепутал без индекса ИТ, просто n -ИТ. Э, Вот теперь правильно. Да. На самом деле, вот такая ситуация: она в принципе бывает, когда у тебя там массив находится в индексе массива. Такое иногда бывает. Ничего страшного, такое бывает. Но, но тогда реально ты должен отвечать за содержимое того массива, который, из которого ты берешь элемент, чтобы воспользоваться им как индексом. Ну и кроме того, это очень навернутое действие. Его может не иметь смысла. А тут на самом деле все очень просто. Дело в том, что n минус i это местоположение зеркального элемента. То есть вот если у меня массив из пяти элементов. У первого 0, у зеркального и облом. n равно 5. Да, у меня 5 минус нулевой элемент имеет индекс 5. И я попал не туда. Исправляйся. n равно 5. То есть n минус i для конкретного случая э, этого самого 0 мы попадаем в несуществующий пятый элемент. Э, шестой элемент. А? а? Тогда просто единицу вычить, получается. Да, абсолютно верно. Нам необходимо сделать n минус 1 минус i. И связано это с чем? Что у последнего элемента его индекс n минус 1. Запомните. В десятиэтажном доме последний этаж... 9. Ну, по-французски. Да? А первый этаж имеет индекс 0. Ясно? Различать номера и индексы очень важно и В данном случае мы говорим последний элемент, поскольку а и начинается от нуля. И еще есть такая вещь вот в физике. Проверять на крайних случаях. Да, представим себе, там два шарика ста сталкиваются, да, там, а, а что если не знаю, там, шарик со стеной? А что если шарик этот имеет нулевую массу? А что если он имеет там, бесконечную массу? Да? Вот в данном случае возьмите, как бы проверьте, только этот крайний случай, в смысле вот самая вот, маленькая. А возьмите i равное n. Да? Ну i, как раз n же не будет равно, да? n минус 1. Да? Последний элемент должен получиться в ноль. Вот если у меня здесь n-1, то все, супер, ок, как раз 0 получится. Короче, n-1 минус -I, i правильный ответ для э, зеркального элемента. Давайте же посмотрим. Я, соответственно, создал масс... заполнил массив, да, скопировал массив из a а в b и распечатываю его. да. Давайте я сделаю две распечатки. <scripting>. <eth> <Ministry> <suspense> Простите, пожалуйста. Сделаю распечатку. Здорово. А для начала. На самом деле, вот я уже задолбался вот с этой вот распечаткой, распечатку, распечатку. Давайте я оформлю ее отдельно, да? Ну, нет такого. Как мне это сделать? Ну, нельзя. Вектор... Ага, а. Слушайте, я опять рассказываю глупости какие-то. Говорю, что нет. А вдруг есть? А вдруг изменился стандарт C++, а я об этом не знаю. Да, давайте помечтаем. Вдруг он меня сейчас возьмет и выведет его в квадратных скобках через запятую, как в питоне. М? Ну, давай, дорогой. Эй, не, говорит, я так не могу, говорит. <laughs> Жаль, <плых> да? Да, ну ладно. Знаете, что так можно сделать? Можно тогда сказать, а, распечатайся, коты, print, вектор. Print, давайте я скажу, вектор int, и передать ему, соответственно, вот, вот такую штуковину. Ну, на самом деле, я мог бы сделать и по-другому, да, но вот я могу сделать только print. Слушайте, я не буду слишком сильно наворачивать. Давайте это самое. Я не уйти слишком далеко. Что я сейчас делаю? Я сейчас опишу функцию. Руки чешутся описать функцию. Эта функция будет void def. Да? Но только здесь пишется тип возвращаемого значения в C++. Сейчас я напишу некое содержимое, в которое я впихну, собственно, действия по распечатке. Да, здесь, соответственно, ну, должен быть совпадать, да, название. А тип мне нужно указать, опять же, в C++ я должен обязательно указывать типы параметров, вот такой вот. Ну и простите мне, я впихну вот такую штуковину. А если вы меня очень простите, я еще и впихну вот такую штуковину. Но это не важно. По константной ссылке я хочу работать с этим объектом. Вот и все. И теперь я смогу вызывать вот такую функцию, когда я хочу распечатать массив. Ну, массив. Вектор. Вот. С массивами все плохо, особенно при передаче функцию, а нам это не нужно. Мы будем работать с векторами, а с векторами при передаче, возврате из функции. Все супер. Так, ну просто программа стала такой красивой, внятной, так удобно. Ой. Он говорит, я не знаю, кто такой N. Давайте ему скажем, кто такой N. А, да, прошу прощения, в этом случае, наверное, стоит все-таки именно вот в этом случае А-сайз. Более общая ситуация получится. Не надо же на конкретную константу, пусть он вот от его размера спросит у него какого-то размера и все. Что тебе не нравится, дорогой? А, я не вернул сюда удаленную ранее строку. Итак, создали вектор А, заполнили, распечатали. Создали вектор Б, а, заполнили содержимым вектора А с реверсом и распечатали. Работает формула? Да. Работает, ура! А теперь, товарищи, сейчас будет фокус-покус. Очень интересно потестировать этот фокус-фокус на школьниках 15-14. Соответственно, это будет реверс. Соответственно, реверс, uh, вектор, uh, uh, да, как сказать, itself. Да, CPP. Значит, развернуть вектор сам, самое в себя. Я эту функцию сверну, мне она неинтересна. А вот это содержимое мне интересно. Идея какая? А не хочу я создавать вектор B. А хочу я работать прямо в векторе А. Давайте на картинку вот сюда. Смотрите. Делаем реверс массива самого в себе. Вот у меня. Вектор, ну, массив из пяти элементов. Да? Там лежат 0, 1, 2, 3, 4 в ячейках 0, 1, 2, 3, 4. Не, ну, допустим, я так для простоты. Я хочу содержимое этой ячейки отправить сюда. Этой ячейки. Сюда. Этой ячейки. Отправить содержимое сюда, а этой сюда. Ну, среднюю, если я отправлю ее самое в себя, да, ну, ничего страшного не случится. И я логично, что делаю? Вот то, что тут написано, да, я беру и в А, и ты кладу значение зеркального элемента. То есть мы научились определять зеркальный элемент, да, поставили вот тут зеркало. Да? и говорим, у итого элемента зеркальный элемент ему соответствующий имеет индекс n-1 минус итый. Да? Логично? Мы умеем находить зеркальный элемент, вычислять его. Тогда последний элемент все еще последний. Нулевому соответствует n-1. минус да? Вычитаем 0 n минус 1 подставляем сюда. У нас из n минус 1 вычисляется n минус 1. Вычитается. Получается 0. А. То есть а это ровно зеркально. То есть это тынц, тынц, да, как это вот. Отсюда туда, оттуда сюда. Это, это исключительно математическая операция вычисления индекса зеркального элемента. Вот оно, все. Давайте попробуем. Говорим, вот элемент каждый равен зеркальному. Посмотрим на содержимое. Так, там тысячами исчисляться будет. Допустим. Эээ, что тебе не нравится? А, ну правильно, я распечатаю не того. Б я исключил в этой версии программы, нету Б. Что мы имеем? Ничего не смущает, а? два раза вывезли. Ну, нет, 4000. Просто, я говорю, он первый элемент, который нужен нам, он делает зеркальным, но тот, кто который, на который он заменял, он остается все землю. Был такой а, какой-то дурацкий мультик для взрослых в моем детстве. Мне очень запомнился такой момент. Я уж абсолютно не помню и не важно. Но а, представьте себе, да, что вот есть кадр с Тимофеем Федоровичем, да, и Тимофей Федорович, а, это самое, встает на такую площадочку, да, и встает на такую площадочку. И а, нажимает кнопочку такую. И комната такая, раз, и вся обстановка меняется, как я на лифте поехал, да. да? А потом я говорю, не, давайте вернемся обратно. Да, нажимаю кнопочку еще раз, все поднимается, а тут все раздолбанное, потому что то сверху это просто комната упала сюда. А полночь это было единственное место, на которое ничего не упало. Придавило, а потом поднялось обратно, все раздолбанное. Вот я к чему? То есть тут ситуация какая получилась? Я беру вот реально посмотреть на эти действия, да, что происходит. Я говорю, в А0 на, на, первой итерации и равно нулю. И на первой итерации, реально, это не вот так вот красивая круговерт получается, а на первой итерации в А нулевой отправляется значение А n минус 1 минус 1. То есть четверка стирает 0. Нуля больше нет. То есть он уничтожен. На второй итерации и равняется единичка, и у меня в а первый отправляется значение 5 минус 1. Минус первого, то есть третьего. Соответственно, у меня тш, троечка стирает единицу. Ну, после чего двоечка стирает сама из себя, это не страшно, да. А что дальше происходит? Уже стертая единичка, да, отсутствующая, да, в первом элементе, в элементе с индексом 1, да, тройка уже, она возвращается обратно в зеркальную позицию, там, где тройка и так уже была. То есть она просто перетирает сама из себя, да, уже не нужно. То есть мы как бы туда бдыщ, а потом скопировали обратно. Понимаете? То есть на самом деле неизбежное, бессмысленное, убийственное произошло уже на первой же операции, так было делать нельзя. И первая мысль, которая приходит в голову, ну так давайте, чтобы сделать реверс, возьмем дополнительный массив B, скопируем из A в B с реверсом, да, а потом скопируем обратно вот таким прямым переносом. Да? Можно так? Можно. Но вопрос в том, что массивы, они вообще-то требуют много оперативной памяти. Хотелось бы не тратить так много оперативной памяти на вот это реально. Вот давайте выделим кучу места. Не всегда так много места есть. Нельзя ли как-то покомпактнее это сделать? Есть мысли? Или рассказывать? Рассказывать. А? Надо переменных цифр, которые будут в значении. Изменам, изменяется, Изменять на это. Абсолютно верно. Нам понадобится дополнительная переменная для обмена двух переменных значений. На самом деле мы можем воспользоваться встроенным механизмом обмена типа своп. То есть мы можем просто их свопать, да. Но обязательно своп должен происходить двухсторонний. То есть я не могу стереть это значение, мне его нужно вначале спасти после этого, то есть какое-то значение, которое там было, да, 0, спасаем его во временную переменную, да, потом я имею право стереть, потом я должен выплюнуть отсюда. Только у меня, в отличие от ситуации, 0,4, 4, да, сюда, соответственно, этот 0 пошел, потом 4 сюда перешла, потом 0 сюда перешел, да, и мы поменял эти значения. Только у меня это не переменные а и b, а это у меня, соответственно, элемент а и ты и элемент а n минус 1 минус и ты понятно ну и еще раз обмен двух переменных значениями через третью можно реализовать да это полезно для э, вашего развития хотя в данном случае мне проще будет просто сделать да и надежнее сделать своп встроенным стандартным, вот таким стандартной функцией. Есть такая шаблонная функция swap, она умеет делать обмен ну, почти любых типов, да, но главное, чтобы они должны быть одного типа. То есть две, и обе должны быть штуковины переменные, чтобы они и туда можно было записывать. Свопать двойку пятерку нельзя. То есть вот здесь у меня ошибки не будет, а если я напишу вот так вот, то у меня сейчас будет ошибка компиляции, он скажет, сори, товарищ, вы что, в двойку нельзя присваивать. Да, нельзя сказать два присвоить пять. Понятно. А тут, пожалуйста, это дело будет срабатывать. И и что? Что не так? Так, мы дорогие друзья. Мы послопали, а потом в конце еще раз прослопали. Прозевал, есть кто сказал. Мы поменяли, а потом еще раз поменяли. Иван молодец, абсолютно верно. То есть мы много сделали работы, а результата мало получилось. Потому что мы, получается, сделали так, смотрите. Мы взяли, поменяли местами вот эти два элемента. Нулевой с четвертым. 4 попал сюда, 0 попал сюда. Они поменялись, да? Здесь было 1, 2, 3. Дальше, я говорю, так, теперь первый элемент поменять зеркальным. Мы меняем его. Тройка попадает сюда, единичка... Попадает сюда. Потом... А цикл продолжается. И мы начинаем действовать дальше. Мы элемент с индексом 2 тоже берем. И меняем... Сама и себя. Уже лишняя операция. Она, по крайней мере, еще и плохого не сделала. 4, 3, 2, 1, 0. Все норм. Но мы продолжаем. Цикл двигается к следующему. А теперь надо элемент с индексом 3 поменять с зеркальным. А у тройки зеркальная единица. И получается, что он еще раз меняет их местами. А потом еще и эти меняют местами. То есть я могу это на самом деле очень легко увидеть, да, при помощи, вот напрямую просто сказать программе, дорогой товарищ, а ты на каждой итерации, сделай мне, пожалуйста, этот распечатку. То есть вот после каждого свопа. Вот каждый. Сделал своп, распечатал. Сделал, распечатал. Я увижу кое-что интересное. Начальное состояние. Да? Вот у меня поменялись местами 0 и 4 тысячи. Вот поменялись местами 3000 тысячи и 1000. Тысячи. Надо бы закончить. Но нет. К сожалению, ну тут пустое действие по обмену 2000 самой с собой, да, а потом 1000 и 3000 обратно поменялись, и вот они, 0 или 4000. То есть очень много работы, а надо было -то остановиться вот в этот момент. Ну ладно, прошу прощения, вот в этот момент, да, то есть после двух итераций можно было останавливаться. А почему после двух? Как мне это посчитать? Ответ такой, надо просто их уполовинить с отбрасыванием остатка. Здесь нужно, опять же, взять какой-то крайний случай, крайний именно вот эту ситуацию. А давайте так разберемся, подождите. И причем отдельно для четных и для нечетных случаев. А что если n равно вот 5, например, нечетное число? Маленькое, чтобы его можно было прикинуть, но нечетное. Короче, а надо вовремя остановиться. А чтобы точно не ошибиться вот здесь вот, да, нужно проверить на крайних случаях, то есть на каких-то таких особенных. Причем можно при небольших значениях n, но надо отдельно для четных и нечетных прикинуть, а правильно мы вообще считаем или нет половину работы. Давайте посмотрим. Например, n равно 5. 5 пополам это ровно 2 ну, то есть с отбрасыванием остатка, да, и меньше двух. Значит, он пробежит в значении какие? Нулевой и первый, а второй как раз не будет. Замечательно. С точки зрения нашего, с точки зрения вот нашего массива длины 5, супер. Нам как раз средний элемент и не надо трогать. Да, давайте вернемся к а, тому, а если бы была длина 6, n равно 6, тогда 6 пополам это 3 тогда получается, что и пробежит значение, начиная от 0 до 3, не включительно. 0, 1 и 2. То есть как раз ровненько половину, да, двоечки будет поставлено, троечка, единички, четверочка, нолику, пятерочка. Все супер. Поэтому вот проверка показывает, такая прямая проверка позволяет, что да, действительно мы не ошиблись вот на плюс-минус единичку. Короче. Это дело, да, вот этот реверс, да, он содержит две фишки. Вот первое, что нужно своп, а вместо присваивания, и второе, то что, ну, работу нужно вовремя закончить, да, нужно это сделать в пополам меньше раз. На этом про реверс мы сейчас заканчиваем разговор, и а, я решил разбить, поскольку про массивы довольно долгий, видите, вышел разговор там, про архитектуру, мы не избежали этого разговора вот то я остановлюсь на реверсе нам нужно еще будет всякие перемещения в массиве делать. вот а сейчас мы с вами сделаем заполнение массива задача в которой классическая задачка, в которой нужен массив называется это решето эртосфена. На математике слышали там А у... Я вас не слышу. А? Ну, не слышали. Не слышали? Не слышали. О, печальная история. Очень жаль. Рассказываю. Древний грек. Мы хотим а, найти простые числа. Давайте выпишем натуральные числа, начиная с двойки. Да? Начиная с двойки и до... Сейчас я еще раз отправлюсь здесь. И до того числа, до которого я собираюсь их искать. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я перестану озвучивать, поэкономлю голос. Я остановлюсь на 40. Я выписываю все эти числа. А теперь я делаю следующим образом. Следующее. Я возьму и буду зачеркивать все числа, кратные текущему числу. Да, можно сказать так. Задача это какая? Задача. Да? Надо отталкиваться от проблемы. А какую проблему мы решаем? Какая задача? Задача. Поиск всех простых чисел от двойки до заданного n. Это очень важно, что оно задано и ограничено. Я знаю, до какого числа. Вот я ограничил себя, говорю, до n равного 40. Ну, допустим, включительно. Что я буду делать? Я беру и начинаю зачеркивать, говорю, двойка, ну подождите, двойка очевидно, раз она ни на что пер, перед этим не делится, единицу -то мы не считаем, на единицу все делится. Двойка простое число. И давайте сразу зачеркнем все числа, которые делятся на 2. То есть кратные двойки, 2 умножить на 1, да, ну короче, плюс 2, Плюс 2, плюс 2, трам-бам-пара-па-па-пам, па пам -па, па пам Их все пробегаю, все зачеркиваю. Все, все эти числа точно составные, непростые. Смотрю на следующее число. Оно не зачеркнуто, значит, оно простое. Я его говорю отлично! Раз ты не зачеркнутая, да, то я беру и начинаю кратно тебе. Да, плюс 3. Ну, я вас вот зачеркну еще раз. Но на самом деле есть причина э, и обоснование математическое, почему я имею право начинать зачеркивать с 3 в квадрате. Первое незачеркнутое число будет начинаться с с простого числа, возведенного в, квадра... в квадрат. Потому что если бы в диапазоне до 3 тр... в квадрат существовало бы какое-то составное число, делящееся на 3, то оно должно было бы делиться не только на 3, а еще и на другие простые числа, меньшие чем 3, на 2. Ну, это по поводу большего и меньшего из двух делителей. Помните этот разговор? Насчет теста простоты, почему мы можем остановиться на э, этом самом, не а умножен на b, там меньше, да, а на а, где а меньше из двух делить. А в квадрате меньше, чем а умножить на b. Да, поэтому а в квадрате меньше, чем само число, которое я буду тестировать. Простите, я, может, слишком невнятно это рассказываю, но я сейчас тупо поступлю. Каждый, еще раз, кратно зачеркиваем, соответственно, каждое третье. Каждое третье. Зачеркиваем. Пау, 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 пау. Расстрелять. Yes. Берем следующее число. Говорю, ты. А, зачеркнутый. До свидания. А ты. О! А оно не зачеркнутое. Я говорю: отлично! Значит, ты простое. И мне нужно что? Пойти и отстрелить все, которые, соответственно, у меня кратные ему. Плюс 5, плюс 5, плюс 5. Опять же, на самом деле есть причина, по которой я мог начинать сразу с пятерки в квадрате. Трам-пам-пам, трам-пам-пам, -пам, 35 прибили и 40. Опять же, по той же самой причине я сейчас имею право закончить вычисление и сказать, все, кто остались, уже простые. Но даже если я не сделаю никаких усовершенствований, буду продолжать действовать именно так, то есть я буду искать первое же, это самое, да, э, но ну, я гарантирую, что первое число, которое будет не, не зачеркнутое, это 7 в квадрате, 7749. Оно уже за пределами. Поэтому мне нет смысла сейчас дальше, на самом деле, что-то зачеркивать, но даже если бы я позачеркивал там 14, 21, 28. А, что там еще там, 35, надо зачеркнуть второй раз, да? Если это тоже продолжаю для остальных чисел, хуже это точно не будет. Простые числа зачеркнуть меня, от этого не будут, ну иначе понеделились на что-то. Короче, в итоге у меня в этом решете, да, что называется, потрясли, потрясли и остались, йо хо, -хо. простые числа. Красота? Правда красота? Потому и решето. Решето это такая штука для просеивания муки. Муку просеиваем, да, а камушки остаются. Вот наши камушки остались. Остались простые числа. Ясно? Его очень легко и красиво реализовать при помощи массива булевских чисел. Ну, в данном случае мы будем пользоваться вектор булов, вот. А, ничего сложного. Вот ровно, что я рассказал, я тупо возьму и реализую. Никаких дополнений. Ну, нет, может быть, я сделаю дополнение, связанное с... Так, это он будет, соответственно, Ератус... Ератус Фен. Угу. Ну, распечатку вектора я оставлю, полезная штуковина получилась, пусть живет. Значит, давайте, ну, и констант n мне пригодится, да, только давайте здесь мы хотя бы сотенку-то возьмем. А может, тысячу, Чего нет. Да? Ладно, давайте так, пока, пока давайте то, что на доске, а потом увеличим. Это же какая нам разница? Теперь смотрите, мне понадобится, по сути, а, да, мне не нужно хранить сами числа. Сами числа мне хранить не надо. А хранить мне надо факт зачеркнутости. Понятно? То есть я буду фактически хранить, как это? Из simple. Да, или из prime лучше. Из да, prime. Да, для каждого числа. Является ли оно простым или нет? Соответственно, эта информация является логической, то есть булевской. Начальное состояние я положу во что? Ну, оно должно быть не зачеркнутым. То есть я его буду из состояния предположительно простого, я буду его зачеркивать и говорить, ты непростой. Да? Ты непростой. Тш, тш. куда руку мне? Тш -тш". Правильно я зачеркиваю, да? Тш -тш -тш". И буду зачеркивать их. Ты тш". Да, правильно пока. Трудно зеркалить. Да, все. Короче, Я что говорю? я туда в начале закладываю true. я говорю, в начале ты у меня, да, только не а и ты, да, а из prime. На самом деле существует такой способ для вектора. Взять и тупо заполнить его нужными значениями. Просто взять и сказать, вот ты вот, вот тебе столько этих самых значений. Да? Если я только не ошибаюсь, это делается вот... сейчас... Аллокатор type. А локатор Сейчас, секундочку. Чтоб я так знал. Я могу промазать. Я могу промазать. Мне почему-то кажется, что вот так это можно сделать. И на самом деле, чтобы мне распечатывался true false, мне же на самом деле не true false хочется распечатывать. Вот, а что я буду делать? Так, свопов мне не надо я буду приезжать по всем элементам, да, до n, кстати, включительно. Кстати, в этом смысле у меня в массиве должно быть n плюс 1 элементов. Потому что n включительно, я хочу по n включительно это дело делать. Сейчас. Слушайте, давайте я не буду сейчас выпендриваться, опять же, я сделаю руками, заложу тут true, руками. А если я распечатаю его, я увижу нолики и единички. Поскольку я туда тупо заложил единички, решета это сфена реально не было. Да, я этот цикл оставлю таким пустым сейчас пока и запущу просто, чтобы увидеть работающую программу. Беда какая-то. А, я назвал программу .c. Закроем ее, откроем ее еще раз, переименовав ее в .cpp. Да, интересно, что случилось? Так, ок. Короче, сейчас давайте быстренько запустимся, проверим, что работает, а что не работает. Что тебя не устраивает? Print вектор int a. А, ну, конечно, какой int? Принтвектор вектор bool мне интересует. Bool должен называться мой. Я ж bool, там храню, а не int. А я вызываю функцию не ту, надо было другую функцию создать, раз уж она мне другая нужна. Чего тебя теперь не устраивает? Нет вектора А, как такового. Есть вектор из prime. Ок, давай, наконец-таки. Yes. Ну, я сейчас, как я и предполагал, вижу кучу единичек. Ну, у меня true отображается сейчас единичкой. Вопрос в том, что я хочу печатать на самом-то деле не совсем вектор, если честно. То есть вот эта распечатка, она мне не очень интересна. Я не буду эту функцию удалять, но реально, мне, когда я захочу распечатывать, надо бы распечатывать такие сами числа, а не э, вот этой вот штуки. Да? Мне нужно распечатать сами числа. Давайте я даже скажу, что это будут числа, и эти не, не самые не И, а иксы. Иксы будут пробегать, естественно, кстати, только от двойки, все остальные меня не будут интересовать. Печатки будут сами числа, да, до n включительно, кстати, да, x плюс плюс. То есть я буду распечатывать, да, простые числа. Но чтобы распечатать именно их, мне нужно проверить а является ли это число простым. И информация об этом содержится в векторе из prime. Да? То есть интересно то, что у меня здесь число является индексом. Я хочу увидеть его, но только в том случае, если значение этого массива, да, значение этого элемента x является правдой. Поняли, да? То есть я, еще раз, я не храню числа я храню правду или ложь. Факт зачеркнутости. Ясно? И меня по факту зачеркнутости интересует, распечатывать это число или нет. В итоге я буду распечатывать как раз не все числа, а только те, которые остались простыми. Но ну, сейчас решето у меня не реализовано, да. То есть вот здесь вот я могу написать такой фикс me. Почини меня. Да, такой вот просьбу, просьбу восклицания громкими буквами. Сейчас у меня, на, да, ну, print vector bool надо удалить, да, print vector bool смысла не имеет, да, но глобально вижу, вот он не распечатывает сейчас все числа, как будто они просты, потому что я их не просеивал через решету. Я удалю print vector bool, не надо. Хотя, впрочем, знаете, это может быть как отладочную информацию можно было бы сделать после очередного пробега. Все, ребята, пора включать решето. Итак, что я буду делать? Я побегу по числам, ну, естественно, начиная с двойки. 0 делить нельзя, на единицу делить не, не надо, потому что она все поделит. Первый, попытать, как сказать, первый делитель, на который я буду пытаться делить, да, это будет первый потенциально это будет, собственно, 2. Да, до тех пор я лучше x буду называть. Пока x не, чего? ну, я буду, допустим, даже до конца, да, все числа, перебираю все числа. Я делаю, по сути, полный перебор всех чисел, да, и для каждого из них, что я буду делать? Чиним. Я буду пробегать, да, и кратные числа ему. Давайте для этого заведем y. Начинать будем с удвоенного x, да, Затем я буду бежать до конца решета. Ну, за решето мне точно нельзя выходить, это же будет выход за границы массива. Да? А y будет увеличиваться на х. Ну, чтобы кратно идти. Топ, 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 топ. Шагать вот с длиной, соответственно, 2. Да? Ну, 2 для двойки. Да, когда x станет равным 3 с шагом 3. Да? И вот на протяжении всей этой арифметической прогрессии я должен говорить, ты не простой. Ты не простой, Фолс. Правда? Все, согласны со мной? Красота? Вложенные циклы для каждого икса, я перебираю вот кратные ему игреки, да, при помощи шагания по x, да, но очень важно начать не с самого x, а с удвоенного x, а иначе я его тоже скажу, он, ты же сам на себя делишься, ты не просто, не, так не, не, годится, надо хотя бы с удвоенного начинать. Окей, я надеюсь, что вопросов нету, и вы действительно понимаете, что сейчас делается, да, вот оно, собственно, решето. А он сейчас будет поэтому, выполнять по идее 40 в квадрате раз, да? Или даже больше? Нет, меньше. Дело в том, что э, чем дальше по x, тем меньше будет вот этих итераций. Тем меньше будет этих итераций. Даже. Есть э, есть причина вот здесь вот написать x в квадрате, x умножить на x. Это еще немножко ускорит нашу работу, да, но вот если в чистом виде, вот без всяких наворотов, тупо, да, то вот, вот он тупой, э, тупой способ, да, и он работает. За, запускаем, сразу результат, просто не сразу я его к вам приношу, но тем не менее, да, вот он результат. 2, 3, 5, 7, ну вот они были на доске сейчас, да, вот 37 последний из них простое. Давайте посмотрим действительно на асимптотику. Раз уж мы про это дело разговариваем с вами, да, давайте попробуем, Хе, ну, что-нибудь такое, более-менее, ну, я вам скажу, что тут мы точно не нащупаем проблемы, потому что, к сожалению, да, для C ⁇ миллион, ну, к счастью, на самом деле, но для анализа асимптотики, к сожалению, тысяча, миллион итераций – это ни о чем. Поэтому я тысяча умножить на тысячу доплевать. Да даже может быть и с миллиардом будет еще пока не так страшно. Да? Но вот если я э, добавлю сюда вот пару ноликов, да, то может быть я что-то замечу. Вот я хочу найти все простые числа до 100 тысяч включительно. Вот давайте через решето просеем первые 100 тысяч чисел. Ну, надо сказать, что он их мне уже пишет. К сожалению, пока я нес сюда мышку, он успел их все написать. Вот, но зато вы можете увидеть здесь код э, блокс по умолчанию пишет execution time. Три секунды почти. То есть уже заметное время. А? Вот он уже половина ошибочная. Там на пять кратные некоторые. Здесь Где? Там в самом начале. Девять пять, пять. А, 9. Мне просто я не видно. Нет, нет, нет. Мама, вы имеете а, право... Я такой, я слышал, 5. Если вы хотите, можно взять и а, для каждого из этих чисел запустить тест простоты. но простите, тест простоты он тоже не быстрый. Если я на каждый из них буду запускать тест простоты, то у меня эти 3 секунды превратятся в что-то очень большое. Я скажу вам вот что очень легкий способ ускорить, если я знаю математику, если я понимаю, что у меня из двух, если число составное, да, ну давайте n лучше назову, да, то у него есть как минимум два нетривиальных делителя, да, из которых один не больше, чем другой, то есть a меньше или равно, чем b. допустим, это, назовем его a, тогда я могу сказать, что a Слушайте, я буду здесь писать простой точкой. А умноженное на А меньше либо равно, чем А умноженное на b Просто потому, что мы решили, что А меньше из двух. Тогда получается, что А, а поскольку А умноженное на b это и есть число n, то получается, что А квадрат меньше либо равно n. То есть получается, что А меньше либо равно корня из n. То есть меньше из двух делителей, да, меньше либо равен корня из n. А больший из двух делителей, да, b в квадрате больше либо равен n. Понятно? То есть я в, в обратном смысле могу рассудить. Так вот, э, ну, в, в случаи есть, когда они равны. Так вот, я могу сообразить, что у меня из этих двух делителей, да, первый который младший, да, он уже должен был число поделить, если только какая ситуация, да, если только он у меня этот самый сейчас не не равен самому, э короче, для чисел для чисел меньших чем квадрат а нет смысла проверять делимость на а а умноженное на а да еще раз меньше либо равно n для чисел э, этих самых вот я беру число говорю для каких чисел оно может быть первым из младшим из делителей ну очевидно э, младшим из делителей оно может быть только для тех чисел которые больше либо равны чем квадрат а понятно Поэтому имеет смысл начинать с x в квадрате. И вот на самом деле этого уже достаточно, но можно и здесь еще добавить. Ну а зачем нам перебирать в качестве делителей числа, которые, для которых эта штуковина она уже наступает там. Ну то есть я могу вот здесь вот да, тоже сказать, пусть x квадрат меньше либо равно n, и тогда вот эта проверка, да, и, э, все остальные просто не нужно использовать. То есть, когда я остановился на семерке, когда доска была, да, я сказал: ребят, да семерка уже все, стоп, ребят. Там уже 7 квадрат, 49. То есть, первое число, которое надо, это, стоп. Стоп, хватит, даже не будем дальше бежать. И это дело дополнительно ускорит. То есть вот этот цикл, хотя в нем будет одна итерация, в которой я тупо буду делать вот это, и потом проверка, и она нас все равно вытеснет. но даже вот этого количества итераций я могу не делать. Кто-то, Алексей, опоздал, я его не сразу прицепил, а вы не заметили. Если кто-то опаздывает, кричите в телеграм, зовите, пишите. Я обещал, что осталось 20 минут, и уже наврал. Уже немножко больше. Но я заканчиваю. То, что вы меня терпите и продолжаете ходить на мои длинные, перетянутые занятия, это ценно для меня. К, к сожалению, бывает сложно рассказать быстро, при этом довести до понимания. Вот, чтобы попадать в вашу целевую аудиторию, мне нужно немножко будет программу чуть-чуть помедленнее сделать. А вы говорили на первом занятии, я помню, хотя, может, те, кому было слишком просто, уже разбежались. Ну, по крайней мере, для тех, кто ко мне ходит, я, по-моему, рассказываю адекватно. В следующий раз я буду рассказывать циклический сдвиг, добавление и удаление элементов начало и конец массива, ну, при наличии резерва. Да, и про карусель, циклическую очередь. И будем решать задачи всякие на очереди, на, может, на стыке немножко. Ок. Короче, что я хотел? Я хотел э, ускоренный... Алгоритм Эртосфена запустить и посмотреть на время выполнения. Что-то стало хуже? Хуже стало? Не улучшилось? В чем дело? Как вам кажется, в чем дело? Дело в том, что а, вот в это действие по умножению, оно выполняется каждый раз. А умножение вещь дорогая. Вот это действие по умножению, оно тут, в принципе, то и так стояло. Вот. Но м -м, не знаю. На самом деле есть способ, как, поскольку у меня здесь для да, еще один момент. Я могу вот этот цикл запускать не для всех чисел, а только для простых. Вот я это на доске делал, а тут нет. Поэтому давайте я это сделаю вот здесь. Но на самом деле вот я, мне интересно проверить, вот, а что если я уберу одно из условий, что мне произойдет? Нет, сразу точно скажу нет. Это не, не главный фактор. Вот, вот реально сейчас ускорить вот, вот, что я буду запускать вложенный цикл только для простых чисел. То есть если x простое, вот тогда я буду запускать вот этот цикл. Ну, еще раз, вот эта ситуация, когда фигурные скобки ставить не обязательно, но я лучше поставлю. Окей? Вот это сейчас там сэкономит много. Это я не буду удалять, пусть останется. Поехали. Но ну, он продолжает долбить. Ну, 2,9, что-то я не чувствую этих самых изменений, к сожалению. К сожалению, я не чувствую изменений. Ну, может быть, на большем масштабе это можно заметить. Сейчас оно бежит. Но ну, видите, там мы уже находимся 400 тысяч. Мы явно двигаемся вперед. Двигаемся довольно быстро. А, слушайте, знаете в чем проблема? Я понял, в чем дело. Дело в том, что я сейчас измеряю время распечатки. Вот такая беда. А чтобы распечатка происходила быстрее, надо да, там как-то есть механизм асинхронный. А самое главное, я могу сказать, подождите. А давайте я забуду про распечатку на экран, не буду распечатку делать. В принципе, давайте ее сейчас уберем. Так, просто ради измерения времени вычислений. О, оказывается, видите, да, на самом деле программа-то работала очень быстро, то есть все время уходило на распечатку. А вот если я уберу вот этот if, то есть было 0,2 секунды в оптимальном. Так, что я сделал сейчас? Что тебя смущает, дорогой? А, я прошу прощения, я когда закомментировал if, надо было еще и скобку закомментировать. Слушайте, дайте я лучше этот if сделаю без скобки, и тогда будет легко комментировать, раскомментировать. Ок, давай. Смотрите, время-то увеличилось в 4 раза. Да? Давайте откажемся от x квадрата. Сделаем от, это самое. От x квадрата. И тут, и тут. От 2 умножить на x начинать. Да, и стараемся не оптимально, да? Чем у меня получилось? 0,6. Ну, я не вижу существенных изменений. Наоборот, я вижу, что он даже стал быстрее слегка, по-моему, работать. То есть это не дало прям существенной выгоды, почему-то. Вот. Но вот то, что я буду бежать вперед и вот этот цикл делать только для простых, это дает выгоду однозначно. Да, там в 4 раза. Ну, не, не что какой-то там сверх. Ну, там, если от 0,6, там, ну хорошо, там, уж в 2,5 это точно раз. Чем дальше, тем, на самом деле, чем на большие числа мы будем уходить, да, тем э, будет больший смысл это приобретать. Э, вот это действие, вот это вот усложнение. Ну вот, короче говоря, достаточно. Достаточно. Так, давайте я последнее действие, которое сделаю, это заложу в репозиторий. Нет, подождите, оно у меня где-то здесь валяется. Мне казалось, что ЦПП... Нет. А, документ. И... А неужели я предыдущий урок тоже не, вы... не выложил? Ну, вроде выкладывали. Выкладывал? Странно. А, слушайте, может быть его надо просто подтянуть? Нет. Короче. Остался шестой урок тоже выложить. Сейчас. А то я забуду. Так. Ну все, вы помните, да, репозиторий, в который это дело выкладывается, да? все, ушло. Тексты ушли, ну, точнее, уходят. Вот сейчас они уйдут. Ссылочку я вам повторю. Вот у нас ссылочка на содержимое. А, вы же не видите, что я делаю. Вот она ссылочка на содержимое. Соответственно, себе это самое. Поищите потом там тексты. Ладно, друзья, на, я в прошлый раз подвесил вас с очень сложной задачкой про совершенные числа. Этот вопрос остается, потому что у него есть нечто, что может помочь решить задачу. Не вычислительно там скорость. Вот. Но пока я не буду рассказывать. А э, ваша задача поиграться с заполнениями массива. Попробуйте заполнить массив вот таким образом, чтобы. Uh, у него элементы шли 0, 1, 2, а потом с конца, ну то есть вот так вот, тра -та 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 -там, а потом 3, 4, 5. Кто вот это сделает, будет молодец. Все, встретимся через неделю в 6 вечера в пятницу. До свидания. Спасибо вам большое, до свидания.